Магазин в игре Mortal Kombat Mobile стал чуточку дороже. Не в плане душ, конечно же, и монет, но в плане долларов так точно. Ранее за 19.99 можно было приобрести любой набор, сейчас этот набор уже стоит 22.99. По какой-то причине разработчики решили на $3 все удорожать. Не знаю, с чем это связано, но ранее как-то все было в разы лучше. Но в любом случае, как есть. Что мы будем сегодня делать вообще? Сегодня мы будем, конечно, скупать весь магазин крипты. Могу себе позволить, игра на планшете не вылетает. Чего, кстати, не могу сказать и об айфоне. На телефоне вылетает игра на постоянке. Каждый раз, когда я запускаю битву, она может вылететь даже два раза подряд. С чем это связано, я без понятия. Как это работает, разрабы? Почему на планшете не вылетает, а на телефоне вылетает? Понятное дело, разные процессоры, все дела, но все-таки это очень странно. Две системы стабильные, на одной работает игра более-менее, на другой лови вылет. Возможно, это только на моем iPhone 12 Pro. Без понятия, потому что телефон уже довольно-таки не новый. Все-таки как-никак года 3-4 назад уже вышел. Вот, поэтому может быть в этом проблема, а может быть в чем-то еще. Но все-таки, также пройдем сегодня и сотый поединок. Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. А мы прямо сейчас переходим в саму игру, и собственно, что мы видим? До сих пор пока что боевой пропуск копится, и я нахожусь на 14 этапе. Не особо стараюсь его проходить, потому что если бы старался, я бы еще играл в Войны Фракции, и таким бы образом уже у меня где-то был бы этап 18, но пока я этого не делаю. По этой низкой башне обычной все тип-топ, 104 поединок имеется, поэтому проблем здесь нет. На этой низкой башне все чуточку интереснее. Здесь у меня 100 поединок, и даже один бой я проиграл. Не на боссах. Просто я на автобой поставил и не заметил, что там темная магия была, и у меня все персонажи источились. Такое бывает, поэтому, к сожалению, без этого никуда. А мы начнем с крипты, ну а дальше уже посмотрим. Поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачаннее, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно, у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. GameGold.ru – сайт с низкими ценами. Также, ребят, на сайте GameGold.ru на данный момент проходят скидки, поэтому переходите по ссылке в описании, вводите мои промокоды и получайте шикарные бонусы на свой аккаунт. Бонусы очень крутые, перейдите по ссылке, вообще посмотрите, оцените, сайт шикарен. Ну и, конечно же, мои промокоды, они тоже четкие. Так, ну и что мы делаем? Для начала хотел бы сказать один момент. Случайно, я не знаю, у вас такое было, либо нет, но я один раз не обратил внимания и перепутал высоко со старшим богом. Я, получается, накопил бы уже в районе 20 тысяч сердец, потому что играю каждый раз по две попытки на каждый день. Вот, каждый день обновляются попытки, я их играю. Я сыграл уже, получается, что-то в районе 6, получается, по-моему, 6 раз. Приблизительно, плюс-минус. Я вот, честно говоря, в этом моменте немножко запутался. 6... Да, 6, наверное, 5 даже, не 6, 5 раз. Вот, и накопил 19440 сердец. При том, что один раз я сыграл на высоко. Пришлось так сделать, потому что случайно зашел, не заметил и перепутал со старшим богом. Отыграл, и вроде бы все достаточно неплохо получилось. Но и при этом 19 тысяч сердец накопил. Вылета было только лишь 2, даже 3. 3 вылета. Они были 2 раза подряд один, и третий тоже был на телефоне. Потому что все-таки на улице я не могу с собой таскать планшет. Довольно сложно иногда это делать, и поэтому я на телефоне играю, когда нахожусь где-то не дома. И там у меня произошли вылеты. Впервые попробовал этот экспириенс, и вот такие вот проблемы. Ранее на телефоне не играл, все время таскать пытался с собой планшет, но понял, что на телефоне удобней. Но при этом вылеты имеются. Когда на планшете этого ничего нет. Это странная ситуация. Переходим в магазин крипты. Все я скупить прям не смогу, потому что, ну, китана мне, собственно, не особо нужна. Нубсайбот нужен, но все-таки он подождет, поэтому я беру
Порождение Ада Скорпион. Он у меня становится пятого слияния. Давайте сразу же его приобретем и воссоединим его. Это шикарно. Это шикарно. Магазин мне подарил просто так, бесплатного, можно сказать, Скорпиона. Да, для этого пришлось потратить время, но я чаще всего, когда я играю, я все равно что-то делаю. Я играю, параллельно могу монтировать ролики или еще что-то делать, там, набивать какие-то определенно другие моменты в других играх, например, Shadow Fight. Ты все равно что-то делаешь, и по большей части все идет достаточно-таки неплохо. Поэтому проблем в этом, конечно, никаких нет. Да, кстати, ребят, я сейчас прохожу на своем втором канале Starfield, поэтому обязательно оставлю ссылку в описании. Подписывайтесь на мой канал, приходите на стримы. А еще оставлю ссылку на свой закрытый телеграм-канал. Вы туда перейдете. Это стримовый телеграм-канал, чтобы вы не пропускали стримы. Кому интересно посмотреть именно стримы, там, прохождение, либо со мной пообщаться просто, то переходите. Потому что на основе я очень редко стримлю. Последний стрим был 1.5 месяца назад, где мы с Андреем Чеслейером и Легендосом обсуждали там разные темы. Вот, поэтому, если кому интересно, то обязательно подписывайтесь. А тут у нас Гуаньдао Мастер Ушу. Конечно же, прокачиваю, потому что все-таки это эпик. Эпик халявный, по сути. Ну да, за сердца, но это бесплатно. Я не отдал за этого денег. Это важно. Поэтому это круто, то, что я могу его прокачать. Единственное, что слияние как-то очень долго создается. Спасибо тебе огромное, что создалось. Поэтому когда-нибудь оно мне понадобится в башне Земного Царства. Будем ждать, надеяться и верить. Жаль, предыдущую пропустил экипировку. Там, по-моему, экипировка на... А на кого там была экипировка? А я не помню. Я не помню, на кого-то была. Синдал. Так, Клык Паука и скрипты прокачиваем. Второго слияния становится. И все, по сути, я истощил себя по полной. У меня всего 45 душ. Ой, сердец. Не душ, сердец осталось. Так, и что у нас на данный момент имеется? По коллекциям. Давайте посмотрим. В целом, прокачка достаточно неплохо так получилась. Да, кстати, хотел бы еще один момент отметить, потому что давайте на новые я переведу. Смотрите, мне выпал загадочный колодец душ. Еще одна экипа мне выпала. Она прокачалась аж до первого слияния. Потому что я промежуточно играл и стала экипа первого слияния. Загадочный фонарь, как вы видите, прокачался до 10-го. Все, экипировка фуловая. Это круто, это очень классно. Так, ладно, давайте в Эденийскую башню зайдем и посмотрим на вот этих вот трех китан. Говорят, здесь довольно серьезные китаны, плюс китана Дней Мертвых. Отличнейший персонаж для крипты, помогает очень сильно на автобое играть, кстати. Но, понятное дело, когда она находится в отряде боссов, здесь будет все в разы сложнее. Это логично. Поэтому будем сейчас пробовать. Raiden Injustice 2 со своей достаточно неплохой экипировкой. Конечно же, этот... Классический фильм Raiden и Люкан классический. В целом персонажи хорошие, вроде как должны тащить. И все это Эденийская башня. Поэтому прямо сейчас будем пробовать. И надеюсь до победного. И с первой попытки. Хотя вот про одну попытку не уверен от слова совсем. Поэтому будем сейчас пробовать. Не, вообще должно все получаться на ура. Я играл с Джонни Кейджем здесь. И Джонником, конечно, ух ты, нашпигеляло меня. Почему-то пробило все. Блин! Ну как же она давит на деле? А, Джоником, конечно, было не то, чтобы посложнее играть, но как-то вот не так получилось, как мне хотелось бы. Но ладно, давайте попробуем сейчас. Блин, тут молния какая-то прилетает. Это не очень хорошо, потому что эта молния прям... Так, повесим еще и увечья. Кстати, неплохо, неплохо, достаточно неплохо. Ну, первого персонажа я, конечно, ликвидировал. Так, здесь я постою, пожалуй... В защите, и вот, смотрите, восстановление сработалось. Ну, да, можно и так сказать, сработалось. Так, что-то она не привязывается особо, давайте добьем ее. От Китаны Дней Мертвых. Так, мы ее добиваем практически, и замена снова. Я думаю, добьем быстро этого персонажа, и придется снова на замену переключаться, и пробовать снова побеждать каким-то вот таким вот образом. Так... Давайте выберем этого персонажа, потому что я смотрю, она копит силу. И она может сейчас в скором времени накопить спецприем. Отлично, все, я нанес урон. Проблем никаких вроде нет. Пока что тащим дальше. Вот говорят, Raiden очень плохо отыгрывает. Ну, вы посмотрите, как он у меня разносит. Он не хуже, кстати, любых других персонажей разносит. Ну, да. Да, да, ну, я пытался. О, невидимый персонаж, идеально.
Клево, клево. Невидимый перс, и я мутужу невидимого персонажа. Что происходит? Почему у меня как будто бы экипировки не было, то ли что? Надо пересмотреть будет, я не понял, бой вообще как длился. Что произошло вообще, я не понял. Концовка какая-то очень-очень сумбурная получилась. Баг на баге, как говорится, баг на баге. Ну, что поделать? Наткнулся на очень забавный баг. Потому что я не понял, она исчезла, но при этом она должна была превратиться в Рейдена. А я сейчас не могу посмотреть повтор, на повторе, ребят, я потом гляну. Ну, комментировать, конечно, не буду, я думаю, вы там и сами разберетесь. Но вроде бы Рейдена не было, я добил невидимую Китану, и потом у меня вроде у Рейдена то ли здоровья меньше стало, то ли урона. Я так и не понял, короче. Ну ладно, может быть, я там не совсем правильно все понял. И алмазка, которая мне выпадает, это... Воу! Шикарно. Я, кстати, перед началом этого ролика думал такой, может мне выпадет Джонни Кейдж ударной группы, и я просто-напросто прокачаю его до 10-го слияния, я запишу видео, где я такой, ребят, я этого ждал года 3, потому что у меня на первом моем аккаунте, который я веду с 2015 года, у меня Джонни Кейдж там, когда еще охотником на нежить был, он прокачался до 10-го слияния еще за золото, вот, и потом его уже сделали алмазкой, соответственно, вот, а здесь он 9-го слияния уже практически его добил, и все-таки не то чтобы это моя мечта, но это дань прошлому, как говорится, и я бы его прокачал до 10-го, но выпадает Джонни Кейдж классический фильм, что тоже, в принципе, неплохо. Это новый персонаж. Предыдущее обновление... Ну, не предыдущее обновление. Первым же вышел Рейден, потом уже Джонни. И у меня Джонни прокачан лучше, нежели чем Рейден. Но это, конечно, за счет башни, по большей части. Но это все равно классно. Шестое слияние у персонажа становится. Это круто. Это, я бы даже сказал, охеренно. Поэтому в этом есть, конечно, плюс. Так, награда башни. Он тут тоже выпадает. Прикиньте, 200-й поединок у меня снова падает, и это уже 7-е слияние будет. Я не против ни Рейдена, ни Сони, ни Джоника буду. Фуджин и Рейн тоже, в принципе, это классные персы, но я, наверное, буду ждать троицу классических фильмов, потому что их я хочу прокачать. У меня и Рейден 5-го слияния, Джонни уже стал 6-го, Сони, к сожалению, пока нет. Не выбил я ее из набора, который не так давно выходил с ней внутри. Ну, конечно же, донатные ролики у меня их не выходят, да и я не доначу в игру, потому что, ну, сами понимаете, плачевное состояние канала. Куда уж тут донатить. Так, и что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, продолжение. Я думаю, мы уже с этим разберемся как-то вне ролика. Вот, а на этом все. Вот такой вот видос получился. Сегодня две алмазные карты получил. Один эпик, одну редкую с разных башен, что не так уж и плохо. И, конечно же, довольно неплохо прокачался. Мне кажется, за буквально вот эту вот неделю, в принципе, аккаунт разросся очень даже хорошо. Там я и 200-й поединок недавно прошел, где мне выпал очень классный персонаж. Если вы не видели видос, он был предыдущий. Обязательно его посмотрите. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.